Приветствую вас всех, кладоискатели, любители богатства и любители дорогих радиодеталей. Вот это вот замечательное реле, оно дороже золота. Почему? Буквально сейчас и прямо в двух словах я вам объясню и расскажу. Все дело в том, что в этом реле, кроме платины и золота, содержится еще один драгоценный и очень дорогой металл, который раньше был всего лишь в два раза дороже золота и стоил 6000 рубликов за грамм. А сейчас стоит, вы не поверите, за 1 грамм дают или просят 71 тысячу рублей за 1 грамм. 1 грамм – это вроде кажется и мало, вроде кажется и много. В 1000 таких вот реле, в 1000 таких реле, родия будет целых 1,5 грамма. Но еще больше родия вот в таких вот герконах. Обратите внимание на его контакты. Посередине желтая полоса – это золото. А вот на кончиках, вы их легко вот здесь вот можете различить, сероватый металл, похожий на порошковый алюминий. Так вот это покрытие, это и есть тот самый драгоценный родий, цена которого сейчас гораздо больше, чем у обыкновенного, даже технического или ювелирного золота. Так что если вдруг вам попадутся вот такие герконы или вот такие герконовые реле, знайте, они дороже золота. И не выкидывайте их за просто так. Вы их можете либо продать, либо просто хранить как клад с драгоценностями. А на этом все. Пока. Удачи в поиске.